раскрыли банду наркоторговцев. Полиция задержала двоих из пяти членов преступной группировки, специализирующейся на выращивании и торговле запрещенными веществами, в частности, марихуаны. За преступниками следили в течение трех месяцев. По данным следствия, возглавляли банду двое братьев, которые занимались производством, переработкой и распространением наркотиков. При обыске в их домах нашли три с половиной килограмма марихуаны, кусты конопли, электронные весы и другое оборудование для реализации запрещенных веществ, а также 40 тысяч Шлеев. Братьев задержали на 30 суток. Еще трое подозреваемых на время следствия останутся на свободе. Теперь всем пятерым грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.